Ranga Sala, an island where you can have a nice time at the beach. The past is forgotten in Ranga Sala. In fact, people living on the island do not know about the past. They're swimming, sunbathing, sailing, and playing beach volleyball. But people don't know on what ground they're actually walking, lying, and playing on. Kaut ko jau es pati tā dzirdēju bišķiņu, tas ir tā, nu, tas nav, tas nebūs labi, ko nu, es nepareiz pastāstīšu kaut ko. Jāpaprasa vecēm varbūt, ka viņš kaut ko zina, es jau pārēc arī krīviski. Nu, iedi сюда! Ну иди расскажи хоть что-нибудь. Вы не можете какую-нибудь историю рассказать? Ну какую-нибудь историю расскажи. Ну что да ты здесь? Да нет у меня никакой истории. Никакой. Вот так свинчит человек. Вот и весь. Но, но, но вецаку человеку ностастием зину, когда скатка комиссии успреднатас, отпал дур дивем юнекем вот так раз. Пар долговой. Это сари будет. Касательно тех развалин, которые находятся там, толщина стен находится минимум 4 метра толщиной, да, то есть, что я могу сказать, в принципе, мой прадедушка, моей двоюродной сестры тоже участвовал в той стороне, как бы, я ползу по этим, в принципе, развалинам, до сих пор они, в принципе, находятся в отличном состоянии, на самом деле. Ну что, пару гильз, грубо говоря, АК-47, ну, это более уже новые от Мосин нашел и винтовку от Мосин нашел. Давайте, я сейчас только с больницы, я сейчас приду, переоденусь, и давайте, ну, через минут 10 тогда. Вот так в основном обороны здесь были, вот. Военнопленные строили, немцы строили. Сейчас вот заросшие, а так вот вдоль этого всего здесь идет все казематы. Вы тут сколько лет живете? Я 50. Молодой, да, Сашка? Ну, правда, стояли когда-то дзоты. Ну все это, когда начался металл, это все поспиливали и все там. Ну это были ходы какие-то военные. Здесь даже можно посмотреть. Фонарик есть, нету? Есть, да. Ну вон, можешь сходить посмотреть. Вот туда еще дорога идет. Пойдем посмотрим, если не засыпано, тогда можно посмотреть еще. О, холодно, писать. Да, здесь будет всегда холодно. Потому что так строили специально. Вот иди сюда, свети. Не знаю, если там не завалено, тогда можно будет еще пройти. Вот, видишь, куда идет? И вот топка, видишь, стоит. Пойдем покажу. Осторожно, тут под ноги смотрите. Вот видите, вон туда еще лаз есть. Вот для чего это я не знаю. Тут или кто-то лазил, или специально были сделаны такие норы, чтобы люди могли здесь проползать как-то, чтобы там тоже был. Убегать, да. Это да, да, это Петр Первый еще строил. А-а-а. И немцы потом достраивали. Это получается как вот обмен такой. Если все закрыто, здесь тепло, а летом, наоборот, прохладно. Так что здесь. Ну здесь что, ну тут все уже разломано, так что здесь. Здесь тоже что-то было железное, видите? Что-то. Что? Ну, дверь, наверное. Ну, может быть, и дверь, может быть, еще что-то неизвестно. А там выход, да? Да. Мы кое-что тут ломали по молодости. Там раньше один раз сломали, двери сломали, когда нам гильзами завалило нас. Просто, ну, военный склад нашли. Мы не знали, развалили нас, гильзами завалило там. Так что тут. Вот видишь, как у нас живут. Свободная лата. Что хочу, то делаю. Ну вот, можно начинать осматривать вот оттуда. Вот. Вот. Все, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все, 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 все. Все старые катакомбы. Ну, вот она вот стояла. Стоял дот.
Вот, дот стоял, который крутился во все разные стороны. Вот только все, что осталось, еще не успели убрать, еще вывезти. Сталактиты видел когда-нибудь? Что? Сталактиты. Нет. Посмотри наверх. Вот, видишь, какие ворота тут сделаны. Были. Смотри, видишь какие? Сейчас такие где-нибудь видишь? Нет. Вот это взрывали уже зэмосарги. Они пытались сюда пробраться, не знаю зачем. Там было все заложено. Они не могли попасть туда. Вот они взрывали, это был 91-й год. Да. Они заложили сюда 6 гранат, и вот этот кусочек только откололся от этого всего. Ты видел когда-нибудь, чтоб такое куски таких плит ворочили люди? Вот легенда единственная, это памятник этот вот. Вот плит, даже свечки стоят, ухаживают за ним. 1881, 85-й. А смерть видишь когда? 6-й. Mm-hmm. Это людям по сколько? По 20 с чем-то. Не посчитай, сколько лет. Убиты и захоронены. Ну, там лишь уже плохо видно. Ну по что, пойдем? Ну вот они, видишь, старые. Тут все разломано тоже. Там ничего нет. Прикованный пулеметчик, такой пулеметчик стоял. И он или-или. И сюда никто не мог подойти. Потому что он был прикован тут. Не знаю, ее типа как еще немцев давали много водки, чтобы они не боялись русских. Вот это я знаю. Это история. Немцам водки? Да. Или русским было? Нет. Русским тоже давали. Но давали русским перед тем, когда давали штрафникам. Штрафные роты такие были, которые были вот из зэков. Вот им давали перед боем, потому что их посылали на самые страшные задания, чтобы они были смелее. А немцам, чтобы стояли до конца, штамп наливали. Это да, это история, это из этого не выкинешь. Ничего. Здесь были вклады когда. Да. Вот представляешь, а здесь на этой территории вот таких 12 складов. И здесь хранились вот где оружие, где что, где гранаты, где винтовки, где что, где пулеметы, где что. Это еще не унесли. Значит, скоро унесут. Который... Ну, корабль, как я помню, еще дед мой рассказывал. Это шведский корабль. И был сильный шторм, и лоцман просто посадил его на мель. Видишь, тут еще не все спилили. Вот, видишь? Приходят, люди ухаживают. Кто-то. Если отдыхает, кто-то ухаживает. Видишь, здесь более-менее, видишь, убрано. Потому что это как памятник, видишь, здесь более-менее убирают все. Латвийские патриоты. Они ходят, убирают все, за могилы следят там, чистят вот здесь все. Но это раз в год они приезжают. Ну, есть такая организация в Латвии. Там он соединяется. Видишь, вот рельсы шли. Вот. Ну, это видно, засов какой-то. А это дзива Рига. Nē. Vai tu esi bijis Mangaļsalā? Iespējams. Nē. Droši vien kādreiz, bet ne nesen. Nē. Es tikko dzirdēju tādu vārdu. dzirdēju. Neko tieši, ka tāda vieta eksistē un tas arī viss. Mangaļsalā, viņa atrodas Rīgā. Rīgā? Tas bijis. Nē. Okay. Tā ir kafejnīca, bārs. Nē, tā ir sala. Mangaļsalā. Tā ir sala Rīgā. Nē, tiešām, es visu labi jums.